Анонс и точная дата выхода финальной 21 серии 5 сезона сериала «Ивановы Ивановы». Финальная серия сериала выйдет на телеканале СТС 25 февраля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Степан приглашает Лиду на свое выступление. Он будет играть на ярмарке. Лида соглашается. Борис и Алексей едут на ярмарку торговать. Таня берет с собой образец сыра, который он сделал собственноручно. На ярмарке собираются почти все Ивановы. Здесь они встречают Степана, который просит Лиду помочь ему выступить, спеть на сцене под его аккомпанемент. Тем временем торговля у Бориса не клеится. Его торговое место находится у туалета. Один из ярмарочных заводил покупает у Бориса сыр Дани. Ему нужен вариант подешевле для реквизита, для соревнований по запуску сырных головок с горы. Алексей вынашивает планы по устранению Степана. Он собирается опоить ветеринара с помощью настойки, выданной ему Виктором Алексеевичем. Настойка ядреная, отшибает память напрочь. Степан сначала отказывается выпивать с Алексеем, потом соглашается за Лиду. Настойка вырубает непьющего ветеринара. Поняв, что Лида может оказаться на сцене в дурацком положении, Алексей начинает пытаться реанимировать ветеринара, но тщательно. Степан выходит на сцену пьяным в дым. Алексей выходит на сцену вместо ветеринара. Борис случайно пробует кусочек пробник сыра Дани и ощущает вкус из детства. Сыр в точности же такой, какой делал его дед, прадед Дани. Огромными усилиями ему удается вернуть сыр, который он продал как реквизит для сырной гонки. В итоге сыр Дани выигрывает главный приз на ярмарке. Жюри по достоинству оценивают вкусовые качества сыра, сделанного Даней. Лида узнает, что это Алексей споил ветеринара, но прощает его, когда понимает, что он пошел помогать ей на сцене, несмотря на дикий страх перед выступлениями. Напомним, финальная 21 серия сериала выйдет на телеканале СТС 25 февраля. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.